Я знаю, что сейчас вот этот период как раз польские пенсионеры сотнями тысяч летят отдыхать в Египет. Обыкновенные люди, рабочие, фермеры. Наши люди счастливы тем, что у них есть кусок хлеба, что они не голодны. А мы же так никогда так хорошо не жили. Понимаете, это правда. Может, вы в самом деле никогда так хорошо не жили. Но весь мир-то живет, соседи наши, кроме воюющих, несравнимо лучше вас. И молодежь, она ведь смотрит на вас, она не хочет вот что там покушать, хлебушка, там молочка, там яичек, и все хорошо, конфет бабушка купила. Они этого не хотят. Они смотрят на другие страны, и они уезжают от нас. Если они уедут, кто будет нам тут... Ведь пенсию платит не Лукашенко, пенсию платит те, кто работает сейчас.